Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты на том же моторе, что в первом ролике. Только сейчас я его не через компенсацию отрегулировал, а на шиме. Как видите, ток не сматывает он. Что касается его под нагрузкой, вот нагрузка, ребята. Заторможу, все равно ток не сматывает. То есть нагрузка не влияет. Вот под нагрузкой замедляю. Ничего не влияет. А то говорили, что под нагрузкой, мол, он будет сматывать. Нет. И под нагрузкой, вот я его торможу. Видите, не сматывает. Ни под нагрузкой, ни без нагрузки ничего не сматывает. То есть двигатель годится не просто так, как игрушка, а и для работы. Применяется шим. Видите. Реле тут не применяется. Двигатель и шим. Торможу отверткой, видите? Никакого влияния не оказывает нагрузка. Никакого. Об этом я и говорил. Просто при нагрузке снижается скорость. И все. Скорость вращения снижается. Но влияние, как говорится, ток все равно не поступает. Не сматывается. Вот она, видите, как стояла, так и стоит. А сейчас мы просмотрим схему. Мотор тот же. Тот же мотор на 600 ватт. Так. Здесь шим стоит. Кто-то там говорил диммер. Можно как угодно называть, но это шим. Шим диммер можно называть. С ручкой. Потому что у трансформатора стоят, если трансформаторный диммер, там стоит, значит, у него трансформатор и ползунок, реостат. А здесь на транзисторах выполнено, ребята. Вот. Два транзистора. Два транзистора, вот этот вот. Потенциометр и конденсатор большой, конденсатор малый. И микросхема. Все. Контроллер. Шим-контроллер. То есть микросхема, она руководит, а сбавляет частоту, это уже два этих. Два транзистора сбавляют частоту. И тот же, значит, ребята, тот же зарядник 42 вольта. 1,3. То есть потребление 0. Так как с нагрузкой и без нагрузки все равно 0. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья.